Несколько актеров, снявшихся в фильме Роберта Родригеса «Город грехов», подтвердили, что примут участие в сиквеле картины, в их числе и Брюс Уиллис. Об этом Родригес сообщил накануне. Кроме того, по словам режиссера, в ленте появится звезда фильма «500 дней лета» Джозеф Гордон-Левитт. Он исполнит роль дерзкого игрока, который приезжает в Пейсон-Сити, чтобы обыграть самого влиятельного злодея. Согласно канонам жанра, ему это удается. Но именно тут-то и начинается самый экшен. Известно, что продолжается. Продолжение известного нуар-фильма выйдет в 3D. Мы экспериментируем с форматом. Наш двухмерный мир в 3D выглядит очень необычно. У зрителей просто закипят мозги. До сих пор 3D не использовался таким образом. Пока это все подробности о киноновинке. Добавим лишь, что премьера второй части «Город грехов» запланирована на 2 октября этого года.